Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду продолжать играть в Бедварс. Вот, сегодня я буду выполнять очень-преочень сложный челлендж, который заключается в том, что мы с вами постараемся уничтожить все кровати на этой карте. Ну, конечно, кроме нашей, потому что нашу кровать я не могу ломать. Вот, надеюсь, у меня все получится, поэтому прямо сейчас я бы хотел купить себе всех нужных ресурсов, вроде меча, вроде кирки, и уже отправиться сражаться. Как вы думаете, на какую команду можно отправиться? На синих или же все-таки на желтых? Мне кажется, стоит идти на желтую команду, потому что у них там реально какая-то очень плохая защита, и мне кажется, я ее без проблем смогу разрушить и уже до конца сломать им кровать. Вот, как раз таки у них на базе никого нету, и я думаю, мы сейчас наконец-то разрушим первую кровать. А ну-ка, где она? О, нифига себе! Смотрите, что здесь происходит! На меня нападают сразу два желтых, но это мне все равно не помешало их уничтожить. О, да, ребята, это было очень круто. В общем-то, что же, нам осталось разрушить команду красных, и тогда мы даже еще сможем выиграть. Вот этот крутяк. Получается, команду синих уже сломали, и поэтому я все-таки не смогу сломать все кровати. Но думаю, если я сломаю две кровати, это тоже будет очень хорошо. Поэтому сейчас я закуплюсь несколькими ТНТшками, потому что у меня есть очень много золота, и уже буду на них отправляться. Так, вон как раз таки их база. Кстати говоря, у них защита состоит из стекла и... О нет, ребята, вы прикиньте, нашу кровать сломали, и теперь я, короче, когда буду умирать, больше не буду возрождаться, а это очень-при-очень плохо. О нет, ладно, я, конечно, постараюсь все равно им отомстить, этим дурацким синим, и постараюсь их как-то реально сломать. О, нифига себе, у них есть луки со стрелами, а у меня ничего не было. Ух, очень, конечно, обидно, но... Ну и что поделать, не получилось у нас в первой игре выполнить челлендж, но давайте попробуем это сделать уже тогда во второй. Ну, а вот и наша вторая карта. В принципе, на ней у меня уже появилась одна небольшая тактика, как можно сломать все кровати противников. Мы, короче, сейчас быстренько залутаем все изумрудики, купим себе несколько зелек этого самого невидимости, и уже при помощи них постараемся всех сломать. Вот, надеюсь, моя тактика сработает, и мы наконец-то сможем выполнить этот челлендж. Вот, но как-то пока что у нас вообще нету алмазов, всего лишь один. О, нифига себе, с этого зеленого игрока нам выпало сразу 4 изумруда. Крутяк. Ну все, этого количества мне будет достаточно, поэтому прямо сейчас я побегу на базу, куплю себе этих самых зелек невидимости, и мы уже будем стараться уничтожать все кровати противников. Вот, надеюсь, у меня все получится, поэтому вы, ребята, меня, пожалуйста, поддержите, поставьте лайк. Ну, а я уже буду бежать на команду синих, да, потому что, как вы помните, они на нас уже очень много раз нападали, и это вообще было нехорошо, поэтому сейчас я им отомщу, сейчас эти синие какашки у меня получат. Давайте где-то вот здесь выпьем зельку, вот так вот аккуратненько пробежим. Так, главное, чтобы меня никто не ударил, и тогда все будет хорошо. О, нифига себе, видали, тут игроки друг друга скинули, и, в общем-то, сейчас я вот так вот пробегу и начну раскапывать кровать. Где там она должна быть? Опаньки, так, тут какое-то дерево, и да, отлично, мы сломали первую команду, и нам осталось еще сломать
собрать две команды, и тогда вообще все будет очень круто, поэтому... А, синий игрок, пожалуйста, не убивай меня! Отлично, все! Пока что у нас все идет по плану, поэтому сейчас я возьму из сундука вторую зельку невидимости, и мы уже будем стараться сломать следующую команду, вот. Сейчас я, наверное, буду нападать на команду зеленых, потому что у них, мне кажется, какая-то очень плохая защита, и, кстати, смотрите, на них уже нападает какой-то синий игрок, но мне что-то подсказывает, что у него ничего не получится, да, его, короче, убили, и, ох, ну ладно, надеюсь, меня так же, как и его, не смогут уничтожить, и я сломаю все-таки им кровать, поэтому давайте прям вот здесь выпиваем первую зельку, строим вот такой вот мостик, и уже отправляемся, вот, главное, чтобы меня сейчас никто не заметил, и тогда-то, я думаю, мы точно их сломаем, вот. Тут на самом-то деле как-то очень много игроков бегает, и я, пожалуй, пока что подожду, пока они все уйдут отсюда, хотя у меня осталось 5 секунд невидимости. Ребят, нам нужно срочно на них нападать, поэтому давайте где-то вот здесь снизу я уже начну ломать всю эту защиту, и да! Отлично! Мы сломали еще одну кровать, и это вообще очень круто, ребята! О, нифига себе! Смотрите, что делает наш союзник, он просто берет и кидает какие-то огненные шарики в этих зеленых. Так им и надо, давай, зеленый какашка, подеремся, отлично, все, осталось уничтожить последнего зеленого, и мы уже наконец-таки выиграем и уничтожим эту базу до конца, отлично. В общем-то, сейчас мне нужно по-быстренькому добыть 2 новых изумруда, купить себе новенькую зельку невидимости и уже постараться уничтожить последнюю команду желтых. Ну что же, прямо сейчас я нахожусь на полуострове, и смотрите, ко мне уже какой-то желтый игрок бежит. Отлично, я его скинул, и поэтому прямо сейчас я по-быстренькому дострою вот здесь мостик, кину в них несколько огненных шаров, и буду уже пить зельку невидимости. Вот, думаю, у нас все должно получиться, поэтому сейчас мы выпиваем зельку, вот так вот аккуратненько проходим, и все, я просто на 100% уверен, что у нас все получится, поэтому так, пробираемся, и смотрите, тут также наш союзник есть, но я его, короче, опередил и сломал команду желтых. О, да, ребята, это вообще было очень круто, я сломал, получается, 3 команды и выполнил наш с вами крутой челлендж. Да, это было очень хорошо. В общем-то, нам осталось их всего лишь добить, и мы тогда уже до конца сможем победить. Поэтому сейчас, я думаю, закуплюсь всеми нужными ресурсами, и мы с вами уже постараемся как бы это самое выиграть, да? Ух ты, нифига себе, мы уже выиграли, крутяк. В общем-то, ребята, это было реально круто, мы выполнили челлендж, поэтому я вам предлагаю сыграть еще одну игру. Ну что же, вот я уже нахожусь на новой игре, и уже только что сломали одну кровать. Это как так-то, вообще не понимаю, почему все так быстро происходит, ну да ладно. Сейчас я, наверное, отправлюсь на команду синих, и буду стараться их как-то уничтожить. Вот, правда, я уже не уверен, что у нас получится так же круто сыграть, как и в прошлой игре, но я реально буду стараться хотя бы что-то прикольное сделать. Поэтому ломаем вот этот блок, и да, нифига себе, у нас получилось очень быстро сломать команду синих. Вот это да! Если у меня получится их убить, нет, не получилось. Но ничего страшного, сейчас думаю, я возражусь и уже попытаюсь их добить. Кстати говоря, мы остались последней командой, у которых еще кровать есть. Не понял, зачем я это сказал? Вот как только я это сказал, нас сразу же кто-то, короче, сломал. Это было вообще нехорошо. Но, кстати, если мы убьем вот этого игрока, то мы тогда сможем выиграть, прикиньте. А ну-ка, держись, игрок, сейчас ты у меня получишь, да!
Это просто, наверное, самая быстрая игра, которую когда-либо я играл. Да и тем более у нас даже получилось выиграть. Ну, а на этом я уже буду заканчивать. Если вам понравилось видео, то тогда не забывайте ставить лайк. И в комментариях, пожалуйста, напишите какой-нибудь прикольный челлендж. Самый лучший челлендж я выберу и выполню в следующем ролике. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!